Привет, ребята! Посмотрите, к нам приехал автовоз и привез три киндер-сюрприза. Один, два, три. Три сюрприза. Спасибо, автовоз. Один, два, три. Слышите? Там что-то есть. Нужно срочно открыть. Какой же сюрприз мы откроем первым? Выбираем. И попадается нам... О, подъемный кран. Большой строительный кран, с помощью которого собирают дома. Картинка залетелась на части. Давайте скорее собирать пазл с подъемным краном, у которого большая-большая стрела. Он очень высокий и может быть выше даже самого большого дома. Без подъемного крана большой высокий дом собрать практически невозможно. Подъемный кран с легкостью построит большой высокий дом. Мы собрали картинку с подъемным краном. Открываем следующий сюрприз. И тут нас ждет траншея-копатель. Очень интересная техника, которая раскопает траншею для стройки или для каких-нибудь нужд. Туда в траншею можно спрятать провода, трубы, чтобы ничего не было видно. Траншея-копатель передвигается на гусеницах. Небольшая техника. Готово! Траншея-копатель. Собрали картинку. И остался у нас последний киндер-сюрприз. И это дорожный каток. Дорожный каток. Дорожный каток утрамбует любой асфальт. Собираем пазл. Это большая машина, с помощью которой у нас появляются ровные дороги, по которым мы уже можем ездить. Кабину собрали, собираем барабан и колеса. Готово! Дорожный каток. Вот такую вот технику, ребята, мы сегодня с вами собирали. Не пропускайте новые серии.